Есть макрос, я его тоже прожимал. Макросом оно не работает, работает. Может, просто релогнуться надо было после того, как ты убрал с панели, не? Блять, кэпов, я ебу сколько. У меня была такая же хрень, у меня ж, блядь, нажимается. Ну вот, блядь, вот с этим обновлением вот такая залупа. До этого вот у меня тоже все работало. Слышно, Карин, чего еще раз? Чего мы, говорю, вайпнулись? Чего вайпнулись? Ну, много народу. Второй луч зашел в крест. Какой крест? В квадрат. А чё он туда пошёл, если там никого не было? И до купола я тоже пошёл. Мне кажется, это не питомцы. Потому что там их никого не было. Там не было, да, никого. И они так просто что-то сломали с лучом. Пончик, есть сопрот? У меня три штуки осталось, да. Пошёл, луч стояли, я тебе с дроида скинул. Все, кто вполне на возможно, что они стояли на таком же РНЖ, как и у... Мы за малым кругом были все, кто в квадрате поймал луч. Будет тоже не впритык Дженни. Быстро дайте рибаф. Миш, там не надо стоять в упор Дженни, чтобы луч пошел на тебя. Можно предложить заменить тех, кто умирает на Сашу? Он хотя бы умирать не будет. Да, но я бесполезен. Толку. Ассессу также дадите. Дайте помочь. Вот. Можешь. Заходи, да, если прям сейчас можем. 2-3 минуты комп включу хоть. Окей, Фарада, ты зайти можешь? Мне не на кого. На друида? Псова. 8000 дамаж. Мёртвый не дамажит. Дефендер, да, ты будешь? Если не будешь умирать на купоре, будешь полезнее играть, чем большинство в рейде. А ты вместо кого их хочешь поставить? Вместо разбойника? Метрики, да? Да. Дамару и Йоурей? Вместо Вервольф. Потому что, не знаю, ну, Вервольфа закрыты. Вервольф, тебе что-нибудь нужно с этого курса? Металл, это желательно. Если по Кавару, то зайдёт. Что еще раз Вервольф? Я говорю, могу уступить, не пофиг. Шкаф стоит. Через горн зайдёшь. Присмоните его. Ну, у тебя еще приорден маленький. Сейчас подойду. Это вы везде на Джане, что ли? Или вы это уже Келли убили? Это они уже с хлеб заходили. Угу. Два раза. Угу. Нет, раз хлеб не верю. Чё он дропнул? Твой тапок на хули пал. Как же, что мне не было. Как раз собрать третьим спеком. Чё, стартуем, нет? Да-да-да, ждем сейчас человека, сейчас зайдет. Не, ну слушай, мне нифигово так-то еще 2-5 апнули. Саня, я тебя убью. Подожди, смотри, я на третьем месте, он просто посмотрел, у меня ОЕ даже нет никакого. У него ж нажимается. Спросили бы, в чем проблема. Я тебя убью, Саня, по другой причине. Раздавака пока, я думаю, нет. Хотя? Слушай, что, может раздаваку возьмем еще? Это если мы здесь не один трай, если мы час вот этот до концерта будем сидеть, то я не знаю, он же вечерник. Его выебут. Ну представь, когда на все целка. Тупо и то ради, если не факт, что убьем, блядь. Ой, Саш, я не посмотрел, что я тебе на... Один раз уже магом зашел, в итоге один трай, и все, Вера. Если он пишет, что не попадет, то тогда можно брать. Да, но при этом ему нельзя ролить шмот, который идет до рейда, хотя ему нужен шмот сначала. Значит, потому что опять они сказали, что ДВ приоритетней. Значит,
В вечерниках, вечерники, в ДВшниках, ДВшники. Все честно, все справедливо. А почему Миша тогда у меня текстат забрал? Ты заходишь, нет? Да, одно выгрузилось. Амир, потому что у тебя твина, у него мейн. Ха! Ой. Мейн, персонаж мейн спека важнее любого твина. Я ответил на твой вопрос. У меня приезд, я на мага ничего почти не брал. Только если никому нахрен не надо. Сань, ты скажи, ты зачем просто убрал пушку с Келя? Нафига она тебе нужна? С Келя? Да. А нахера? А ты видел, какая сейчас на мне? Будет. А эти элементали бьют физикой или магией? Блять, по-моему, физикой. Там что-то еще магия какая-то есть. Взрываются, что ли? Они не бьют магией. Бьют. Тебе настакивают только маленькие, разве что. Просто вот меня там пару раз чуть не убили. Может, мне лучше чешку уводить танковскую. Саня, вопросы еще есть? Как же вы супер? Да, ты мог Теренаску получать. Теренаску? На мага? Ну, как вариант. А ничего, что они дробяшки не носят? Да, пизди, правда. Да-да-да-да. Там что-то с тайной магией, они когда взрываются... тычку дают, и потом они еще не сразу исчезают, а тычку дают, типа, может быть. Ну, мечи-то носят, ну, правильно. Носят, мечи не падают. Я заебся, я лучше потом второй раз ГП полутаю. Хуйня все это. Амир, станешь... Адмирал, где стоишь? Хуй знает, вот последний раз ходили, меч упал. Амир, станешь в луну? Окей. Че, погрузится? Если увидишь, в трусах мало народу будет, трусы. Ооо, МК заехала, блядь. Ребаф по магам дайте, вообще фул ребаф. То ебать, сколько у меня взрывов ушло, блядь, без крита? Ой, ну назад. Просто ой, назад. Амир готов? Просто тебя ждем. Запускаем. Запускаем. Амир, дай проститься прод, он тебе потом отдаст. Грабители самые настоящие. А стрим есть? Да. Прости или проди? На флудилке. Прости. Стример, правда, такси. Миша, отстань, я с ночной смены, блядь, спал минут 40. Херы там ловит. Я вчера в ДВ отходил, пошел на работу, блядь, пришел с работы, дальше тут сижу, блядь, отстань ты от меня. Как там, не жалеешь ты себя, Федор Бенедиктович, эта серия. Еще мне нужно идти в город, блядь, похоти меня. Да, давайте собрали, сейчас просто убиваем людей. Иногда бывает так, пацан. Провокатор, адмирал, Мозер, ЖНН, спрот, выпить. Локи СС также на двух эстер друидов перед второй фазой кинет. Я один уже дал, второй по ПД откинул. Ладно. Войд. Убить только мобайлис. Так просто скучно стоять тут. Разбежались. Сбежались. Чего они так хреново поднимаются?
Я правильно понял, что моя главная задача на третьей фазе пережить купол и сбивать касты и копия? Да. РДД свечнулись. Под натиском попасть, твоя самая главная задача. Следующего забираешь Карину. Шторм 5-4. Разбежались. Сбежались. Маленьких станк заберите. Хотим РДД свечнулись. Перебежали на другую сторону. Сбежались. Че, давайте гимна можем. Пока тут попросит Юнар. Женен по престу. Буря. Сбежались. РДД свечнулись. Маленьких заберите с медведем. Последний раз разбежались. Разбежались. А что за хуйня, типа как это защитник? Адмирал, микрофон. Типа как шлем. Разбежались. РДД свечнулись. Залейте Инер по ДЦ. Карин и Инер сейчас дай по ДЦ. Как этот пропадет в тебе. Какая? Пометками разбежались. Где стоит? В луне.
прожали кнопку. Лучи. Метки. Метеора. Лучи. Метки. Метеоры, и после них сразу поползут. Бля, Женька сейв опять надо. Женька засейвите. Быстрее, 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 быстрее. Мастер аурон огонь дайте. Лучи. Метки. Метеоры. Метеоры, закройте. Лучи. Метки. Метеоры. Пиздец. Ползу. Звезде адекватно или нет? Блядь. Бруно, хиль тебя, блядь. Тотем в центр потом поставить. Метал баф. Лучи сразу. Лучи мельки не подходить. Карина, провокатора поднимешь. Метки. Блять, баф. Метеора. Ребаф поваром дайте. Сколько дебаф еще? Лучи. Ну там чувак кухня, понятно, это можно. Привели все к эсэсу. Тихо, эсэсы, если откатили, обновите. Куда еще? У Норти есть, у Стимсят, окей, дам по ДЦ. Пока тот иннер попросит. Вар встал или что? Да, вар встал. Да, дадите ему приступа в каску. Крист квадрат, бегите, дам горн. Буря, просите войну назад. Луч. Стоять на месте. Продвигаться к нам. Метки. Разбили. А для чего вот это? Пластины продают. Так, адмирал, буря. Локи Норти. Натиск.
Натиск. Геру дайте. Натиск. Луч. Буря. Норти зачетный. 10 секунд куплю. Куда вправо ушли? Куда вправо ушли? А, луч. Выходите быстрее. Купол. Схиляйте. Приготовились, купол. Вправо, 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 вправо из шипов. Ирс, беги помедленнее. Может, просто бочком. Просто смотришь купол, бочком вот, ходишь. Пока тут не убегай далеко. Тебе хиль тут ничего не надо. Просто бочком в купол смотришь. Норти то же самое. Просто в купол смотрите и бегаете. Пока ты утреснешь жену Эна. Жену Эн треснешь меня. Мосса, Никитоса. У меня еще ПР есть. Не знаю. Не надо, Норти оставишь, на всякий случай. Пока тут Женен лежит возле черепа. Женен, я рядом с тобой. Все в метку ушли. Замедло по боссу Локи. Луч. Луч. Дайте мне. Слушай, если бы сейчас пита ушло, было бы хуёво, очень хуёво. Луч. Луч. Тотем уберите, опаляющий тотем стоит. Давайте сильнее. Продавите босса. Метки. Геру дайте сейчас. Разбейте, бабе слева. Метки разбили. Три ляма еще сильнее. Метки. Добиваем босса. Добиваем. Метки сейчас еще могут быть. Разбили метки. Луч. Добивайте босса. Буря, девка Моза. Метки. Босс играете. Все убили, молодцы. К сундуку не подходите. Наберут по объявлению. Хорошо. Кому нужна итемка? Я могу забрать. Еще кому-то нужна? Блять, вот всех мы убиваем нормально, кроме пизды.
Надо было мне зайти, да, чтобы это все убилось. За темку? Да. Нет, не будет. Потом это наш золотой ключик. Потом будет косарь. Ну, за темку, когда уже посох. Стой, а чтобы темку взять, не нужно сейчас посох сделать? Или можно пока посох не делать? А, сразу? Чтобы темку взять, надо, чтобы у тебя висела РЛ-ка. Все. А, ну у меня есть квест, просто 20. Дай на адмирала. Темка есть. Лучера. Там адмирал забирает, да? Слышишь? Твин, да, забирает? Я сейчас дам на адмирала, если, блядь, смогу открыть рейд. Спокойно. Не из комбата надо выйти. Где ты стоишь, японец? Иди сюда. В трусах. Я правда не понимаю, я тут слышу, что адмирал полутал еще и какой-то другой фигню, зачем ему... Я полутал эту хуйню, мне, чтобы осколок пускай валяется, если я сказал, если ни нахрен никому не надо. А мне еще до этого посоха осколок еще... Адмирал ответственного за добычу. Все, открываю? Открывай. Дал тебе ответственного за добычу. Ресните меня только. О, фетиш упал. Да. Поднимите прошлых. Ну такое. Кроме ветиша ничего интересного. Ну, дай ему ассиста. Я уже думал, надо пианиста звать СВО-5К за смерть на куполе. Блять, мы убили все-таки. Да нормально, все понимают, просто делают нормально. А сколько смертей? Посчитай, 5 штук было на этом куполе смертей. Ты бы лучше вот эту херню бы на танка взял, а мне бы... Пончик, это... Ты разруливаешь или... Я адмирал. Все. Так, скажешь. А, да, все, я говорю, я, да? Я начислил на ПВ. Трусы на мейн спек никому не нужны. Оф спек по ролу выиграла Норсия 82. Ты же сказал, что он только может увидеть, если на нем будет. Я ему и отдал. Норсия, давай. Ну, а кто следующий на вот этот? Если кому-то нужны, можете забрать. Ну, а там... мне это нужно, я сейчас квесты выполняю. Так, да. Уже поздно, забирайте в следующий раз. Ну я взяла, если... Женя, кредил, да? Да иди, типа, в итоге на твина, а далее это ты там, пиздос. Хоть сколько у тебя осколков? Ноль. В чем проблема? В чем проблема, да? Клинок, меч, зачетному, мейнспек нажал. Зачетному мейнспек? Да. Ну я на ПВП взял. А че, уроги не хотят себе? Вот Дамару только что бросил, тоже мейнспек. Ну Дамару давай. Так у них 4 кани, у них 7 кани. Есть. У Дамары есть. Сколько там за клинок? Много. Ой, там... Сейчас, погоди, расскажу. 1406, да. Угу. Так, дальше фетиш. Самое интересное, блядь, для Милика. Самое... конченая. Возьму на мага, буду лопиться с этого. Ёб твою мать, почему ты? Возьму секстант Навара, буду теленка. Проблема в том, фетиш ролит Ойнузат, и он выше всех по приору, блядь. Следующий. Проня. Проня, он единственный, кто, кстати, среди тех, кто мейнспек имеет, более 7000. Да потому что этот фетиш? В ДВшном рейде по КД падает. Он, по-моему, ни КД не было, чтобы он не упал. Так, Гена, я тебе так просто ДС закидываю. Я про ДС-ку. Давай я через флешор напишу мало. РВ. Тебя вроде басиста нет. Да, у меня нет, вы не лидер. Рольц. Ой, бля, Женёк, читер. У него этот есть. Не отдавайте ему, у него непобедим. Отдавай Женьку. Давайте эту дырку в Далоран кто-нибудь. Сожгай дырку. Так, все, Женьку, да, даю? Ну да, он сравнил. Женьку, что за вагоны на костов? Я варшами больше сбивал. Я этот трай не избивал косты, там сказали боссов. Всё, всё дал. Адмирал прям так и хотел на лоте промахнуть.